Там, дом на Мойке. В стихотворении будет один персонаж, Елена Малаховец, если кто не знает, это автор легендарной поваренной книги российской, советской. Дом на Мойке, дворы, как гроты, двери хлопают в разнобой, пышки жарят в кафе напротив, храм на Троицкой расписной разливается синим звоном. И забудешь, зачем пришел. На юродивый бьет поклоны, дьякон баритональный шелк распускает во мрак собора. Ночь бледнеет, задрав мосты, и по питерскому простору поминанием бегет мотив. Город, в сказки не очень веря, чистил улицы, пил вино, покупал в понедельник лепре у купца на углу сенной. Был даже грифом, гулял гусаром, пил на мушке сестре Неве. У подъезда держал швейцаром, и с хлебным Малаховец он беседовал утром ранним, обсуждая меню для дам. И у питерской тети Тани брал за меню и гудел от дам. Тетя Таня, моя соседка, фартук старый на 7 персон, весь в карманах и в каждой клетке царство специй и сахар соль. Чечевичная варила кофе, говорила нам без обид. Мы с тобой единые трое, если город в крови кипит. Дом на Мойке на память слепит крышу к небу, из труб дымы ползают к созвездию небе, из каменья сбежат тьму. Информатуры Биллу Гейтсу или Стиву Джобсу, все равно. Пальцы на электронный пульт брось. Сыграй виртуальность мира. Может, цифры тебя спасут, энергично связуя дыры всех печалей твоих. Крути виртуальность, вертящий посох. Палец дрогнул, сигнал летит, в ствол ствольт не загнав вопросы. Соответствие псевдодум с мыслью гения виртуозно распечатывает колдун, чей-то профиль бликует грозно, генерала сквозных удач, президента на 3-4. И абсурдный допят скрипач, знаки нотные вяжет в лире, чтоб сыграть виртуальный марш. Утешение беззвучным долю громыхнул многосветием Марс и на ласком упал звездою. Здесь возможностей нет границ, вероятностей в чисел равных. Здесь ты Бог с миллионом лиц, безусловно, условно главный. Здесь ты Бог с миллиардом дыр в душной, в вязкой информатории, в бездну тождеств, в ослепший мир. Здесь ты Бог, и с тобой не спорят. Отменив бесполезный звук, хронокадры спешат к началу. Связь времен замыкает круг, лодку вирта прибив к причалу той страны, что открыл Колумб, обозначив паучью зону. Жил индеец, варил свой суп, до сих пор доел бизон. Ну и последнее. Как люблю я сонливость разноцветных закатов, где чеканно ленивые облака словно скаты, птицы гамму и перья декорируют стаи, ветер балует с дверью, чайник резко вскипает от вопросов ненужных. Почему уезжаем? Над планетой кружим, как над старым вокзалом. И за чашку чая вопрошаю о близких, запинаясь в деталях, говорю по-английски. Выскользающие речи, изобилие пауз, ностальгию калечит, то ли флаг, то ли парус. Петербургские очи, как чесночные дольки, в аравейской пылище умирающий ветер, в океанское днище волны бьются, как дети, у которых когда-то отобрали конфету и пришили заплату, где ожог сигареты. Оброненная бронза у там раскаленного Крыма, юта сердце морозит монументами Рима, а величие мира разбиваясь в лепешку, пятачок ювелира застревает в ладошке. Так зачем уезжаем? Что мы ищем по свету? Вот и кружится стая на зеленой планете. Спасибо.